Топ-5 шампуней с перцем для роста волос, кому нужно и можно его применять. Плохому росту волос нередко сопутствует сильное выпадение перх и тусклость, чрезмерная сухость и ломкость прядей. Отрастить длинные, густые и здоровые локоны поможет правильный уход и шампунь с перцем для волос. Секрет эффективности средства в экстракте красного перца. Жгучий компонент обладает раздражающим, восстанавливающим и укрепляющим действием, наполняет волосяные луковицы витаминами и различными питательными веществами. Подробнее о свойствах и правилах применения косметического продукта читайте дальше. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как действует перцовый шампунь? Шампунь с экстрактом перца. Проверенный эффективный способ улучшить рост локонов, укрепить их, вернуть природную красоту. Особую роль в этом деле играет жгучий компонент. Он содержит множество питательных элементов, действие которых отражается на состоянии шевелюры капсаицин, вещество, известное высоким раздражающим действием. Натуральный алкалоид ускорит обменные процессы в клетках кожи головы и волосяных луковицах, витамина С, обеспечивают нормальную работу фолликул, омолаживают и укрепляют пряди, активизируют рост волос, минералы, магний, калий, железо улучшают кровообращение и дыхание волосяных луковиц, масляные компоненты предупреждают сухость локонов, смягчают действие капсаицина, а также придают шевелюре ослепительного блеска после использования. Применение перцового шампуня позволяет оживить фолликулы, наполнить их витаминами, минералами, ускорить рост локонов и избавиться от перхоти. Рекомендуем прочесть, как применять перцовую настойку для стимуляции роста волос. В каких случаях применяется перцовый шампунь? Действует на шевелюру сразу в нескольких направлениях, питает, укрепляет, восстанавливает и стимулирует рост. Воспользоваться им рекомендуется при наличии следующих недостатков: волосы плохо растут, сильное выпадение локонов, алопеция у мужчин и женщин, тусклость прядей, отсутствие природного блеска, локоны непослушные, путаются при каждом расчесывании, кончики сухие и ломкие, сильно секутся, перхоть, вызванная недостатком питательных компонентов. Не обязательно дожидаться появления проблем с волосами, средство идеально подойдет для профилактики сезонного авитаминоза, развития дерматологических заболеваний волосистой части головы, обильного выпадения и потери упругости, шелковистости, блеска шевелюры. Противопоказания: косметику для роста волос с добавлением красного перца нельзя использовать в таких случаях, аллергия на жгучий компонент, повышенная чувствительность кожи головы, наличие свежих ранок, порезов, ссадин, элементы сыпи в волосистой части головы, сильно пересушенные волосы, склонность к раздражению. Недопустимо применять состав, если после нанесения вы ощущаете сильное жжение, боль, а поверхность покрывается сыпью. Небезопасно использовать препарат на волосах, поврежденных длительным окрашиванием, химической завивкой. Подобные процедуры могут усилить сухость локонов, усугубить имеющиеся проблемы. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Плюсы и минусы шампуни с перцем для роста волос относятся к высокоэффективным продуктам для ухода за шевелюрой. Среди его достоинств пользователи выделяют быстрый и ощутимый результат, многогранное воздействие на локоны, большой запас питательных компонентов, широкий выбор косметического продукта, доступная ценовая политика, простота применения. Главный недостаток средства в чрезмерной активности жгучего перца. Его действие при неправильном применении грозит пересушенной шевелюрой, ожогами, раздражением кожи головы. Вдобавок при нанесении на голову возможен легкий дискомфорт, покалывание. Лучший из лучших вариантов средств для стимуляции роста волос с красным перцем множество, что еще раз подтверждает эффективность и востребованность жгучего компонента. Предлагаем ознакомиться с самыми популярными. Активатор роста – золотой шелк. Известный отечественный производитель косметики для волос «Золотой шелк» не перестает удивлять своих почитателей новыми коллекциями. Серия «Активатор роста с перцем чили» – отличный способ приумножить длину локонов с помощью натуральных добавок. В составе продукта вы также найдете протеины шелка, пептиды кератина, молочные протеины. Они сглаживают агрессивность экстракта чили, наполняют фолликул живительной влагой и полезными веществами. Достойный эффект – низкая стоимость, всего 120 рублей за 400 мл. Главное достоинство продукта, согласно отзывам клиентов,
Никаких сложностей в применении, нанесите на влажные волосы, помассируйте и смойте, как обычный шампунь для волос. Единственный нюанс, шампунь-активатор роста предназначен для нормального типа шевелюры. Шампунь луковый 911 секунд, красным перцем, богатый на витамины, растительные экстракты. Шампунь предлагает российская компания Twinestec. В составе средства вы найдете экстракт лука и красного пера, успокаивающую ромашку и алоэ, питательную хнуярнику, тонизирующий зеленый чай, а также комплекс витаминов. Регулярное применение шампуня позволяет позабыть о стремительной потере волос, перхоти, тусклости цвета. Взамен вы получаете блеск, шелковистость, силу и быстрый рост. 911 луковый шампунь с красным перцем подходит для всех типов шевелюры. Удивляет и стоимость продукта, всего 129 рублей за 150 мл. Применение, нанести на влажные локоны, помассировать, хорошо смыть водой через 5 минут. Луковый шампунь с красным перцем Акмеролла — еще один вариант быстро и без больших денежных затрат вернуть волосам здоровье, блеск. Продукт создан на основе экстракта лука с добавлением красного перца. Он гарантирует стремительный рост пряди, нормализует обменные процессы в волосяных луковицах, насыщает их питательными компонентами. Формула продукта гарантирует мягкое и эффективное воздействие на ослабленные локоны. Вам необходимо только нанести средство на влажные волосы, помассировать и смыть через 1-2 минуты. Производитель средства обещает быстро и безболезненно воплотить вашу мечту о длинных и здоровых волосах. Стоимость продукта – 67 рублей за 150 мл. Шампунь-активатор роста «Банька Агафья», сибирская целительница, предлагает свой рецепт стимулятора роста волос. В составе шампуня вы найдете натуральные экстракты сибирских растений, в том числе масло дикого перца, комплекс аминокислот и витаминов. Шампунь бережно и эффективно очищает кожу головы, наполняет его питательными компонентами и активизирует рост. Цена средства смешная, всего 14 рублей за упаковку, а применять его можно постоянно, без риска навредить локонам. Шампунь-активатор «Банька Агафьи» не содержит парабенов, лаурил, сульфата натрия, только натуральные и полезные ингредиенты. Для стимуляции роста Wilson Hair & Body Therapy – берестовый деготь с каенским перцем из серии Wilson Hair & Body Therapy – возможность увеличить длину локонов, укрепить и восстановить природное сияние. Продукт создан на основе берестового дегтя и экстракта каенского перца. Их действие направлено на улучшение кровотока, стимуляцию внутренних процессов в фолликулах, насыщение кожи головы кислородом и витаминами. С шампунем вы отрастите длинные волосы, вернете им здоровый блеск и предупредите выпадение. Стоит косметическое средство около 100 рублей за 350 рублей. Применение, состав распределите на влажную шевелюру, помассируйте, выдержите 3-5 минут и смойте обильным количеством воды. Делаем перцовый шампунь сами. Для тех, кто не доверяет готовым шампуням, мы предлагаем приготовить средство самостоятельно. Это несложно, эффект не уступает дорогостоящим препаратам. Вам потребуется 0,5 литра живого пива, мыльная основа – 2 стакана. Листы бесцветных ней – 2 стакана л. Цветов ромашки – 2 стакана л. Листьев крапивы, мужно-сушеной – 2 стакана. Лист настойки красного перца – по 2 стаканам л. Репейного и касторового масла. Процесс приготовления домашнего шампуня простой, но важно соблюдать последовательность действий. Живое пиво смешайте в емкости с 1/4 стакана. Мыльной основой подогрейте на водяной бане или слабом огне. Добавьте травы и хну, хорошенько перемешайте и оставьте на плите, чтобы они распарились. Через 10 минут добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Чтобы средство лучше пенилось, добавьте в состав 120 грамм мыльной основы. Емкость снимите с огня или бани. Шампунь готов. Есть еще один, более простой способ приготовить домашний перцовый шампунь. Добавьте в обычный шампунь 1 час л. Настойки красного перца, меда и натуральных масел по желанию. Проблемы с волосами останутся в прошлом, если в вашей косметичке появится шампунь с красным перцем. Эффективность продукта проверена и доказана многими пользователями. Локоны становятся шелковистыми, густыми, переливаются природным блеском, и с каждым месяцем их длина увеличивается минимум на 4 сантиметра. Узнать больше о шампунях для роста волос вы можете благодаря следующим статьям. Преимущества шампуня «Активная мумиё для роста волос».
Помогает ли шампунь «Лошадиная сила» для роста волос? Какого эффекта ожидать от Алерана для роста волос? Шампунь для роста волос. Шварцкопф. Оправданы ли денежные траты? Справляется ли шампунь «Сибирское здоровье» для роста волос с поставленной задачей? Как ускорить рост волос? Перцовая настойка для роста волос. Как действует перцовый шампунь? Шампунь с экстрактом перца – проверенный эффективный способ улучшить рост локонов, укрепить их и вернуть природную красоту. Особую роль в этом деле играет жгучий компонент. Он содержит множество питательных элементов, действие которых отражается на состоянии шевелюры капсаицин, вещество, известное высоким раздражающим действием. Натуральный алкалоид ускорит обменные процессы в клетках кожи головы и волосяных луковицах, витамина С, обеспечивают нормальную работу фолликул, омолаживают и укрепляют пряди, активизируют рост волос, минералы, магний, калий, железо, улучшают кровообращение и дыхание волосяных луковиц, масляные компоненты, предупреждают сухость локонов, смягчают действие капсаицина, а также придают шевелюре ослепительного блеска после использования. Применение перцового шампуня позволяет оживить фолликулы, наполнить их витаминами, минералами, ускорить рост локонов и избавиться от перхоти. Рекомендуем прочесть, как применять перцовую настойку для стимуляции роста волос. В каких случаях применяется перцовый шампунь? Действует на шевелюру сразу в нескольких направлениях, питает, укрепляет, восстанавливает и стимулирует рост. Воспользоваться им рекомендуется при наличии следующих недостатков: волосы плохо растут, сильное выпадение локонов, алопеция у мужчин и женщин, тусклость прядей, отсутствие природного блеска, локоны непослушные, путаются при каждом расчесывании, кончики сухие и ломкие. Сильно секутся, перхоть, вызванная недостатком питательных компонентов. Не обязательно дожидаться появления проблем с волосами, средство идеально подойдет для профилактики сезонного авитаминоза, развития дерматологических заболеваний волосистой части головы, обильного выпадения и потери упругости, шелковистости, блеска шевелюры. Противопоказания: косметику для роста волос с добавлением красного перца нельзя использовать в таких случаях, аллергия на жгучий компонент, повышенная чувствительность кожи головы, наличие свежих ранок, порезов, ссадин, элементы сыпи в волосистой части головы, сильно пересушенные волосы, склонность к раздражению. Недопустимо применять состав, если после нанесения вы ощущаете сильное жжение, боль, а поверхность покрывается сыпью. Небезопасно использовать препарат на волосах, поврежденных длительным окрашиванием, химической завивкой. Подобные процедуры могут усилить сухость локонов, усугубить имеющиеся проблемы. Лучший из лучших вариантов средств для стимуляции роста волос с красным перцем множество, что еще раз подтверждает эффективность и востребованность жгучего компонента. Предлагаем ознакомиться с самыми популярными. Активатор роста – золотой шелк. Известный отечественный производитель косметики для волос «Золотой шелк» не перестает удивлять своих почитателей новыми коллекциями. Серия «Активатор роста с перцем чили» – отличный способ приумножить длину локонов с помощью натуральных добавок. В составе продукта вы также найдете протеины шелка, пептиды кератина, молочные протеины. Они сглаживают агрессивность экстракта чили, наполняют фолликул живительной влагой и полезными веществами. Достойный эффект – низкая стоимость, всего 120 рублей за 400 мл. Главное достоинство продукта, согласно отзывам клиентов. Никаких сложностей в применении, нанесите на влажные волосы, помассируйте и смойте, как обычный шампунь для волос. Единственный нюанс – шампунь-активатор роста предназначен для нормального типа шевелюры. Шампунь луковый 911 секунд, красным перцем, богатый на витамины, растительные экстракты. Шампунь предлагает российская компания Twinestec. В составе средства вы найдете экстракт лука и красного пера, успокаивающую ромашку и алоэ, питательную хнуярнику, тонизирующий зеленый чай, а также комплекс витаминов. Регулярное применение шампуня позволяет позабыть о стремительной потере волос, перхоти, тусклости цвета. Взамен вы получаете блеск, шелковистость, силу и быстрый рост. 911 луковый шампунь с красным перцем подходит для всех типов шевелюры. Удивляет и стоимость продукта, всего 129 рублей за 150 мл. Применение: нанести на влажные локоны, помассировать, хорошо смыть водой через 5 минут. Луковый шампунь с красным перцем от Мироло — еще один вариант быстро и без больших денежных затрат вернуть волосам здоровье, блеск,
Продукт создан на основе экстракта лука с добавлением красного перца. Он гарантирует стремительный рост пряди, нормализует обменные процессы в волосяных луковицах, насыщает их питательными компонентами. Формула продукта гарантирует мягкое и эффективное воздействие на ослабленные локоны. Вам необходимо только нанести средство на влажные волосы, помассировать и смыть через 1-2 минуты. Производитель средства обещает быстро и безболезненно воплотить вашу мечту о длинных и здоровых волосах. Стоимость продукта – 67 рублей за 150 мл. Шампунь-активатор роста «Банька Агафья» сибирская целительница предлагает свой рецепт стимулятора роста волос. В составе шампуня вы найдете натуральные экстракты сибирских растений, в том числе масло дикого перца, комплекс аминокислот и витаминов. Шампунь бережно и эффективно очищает кожу головы, наполняет его питательными компонентами и активизирует рост. Цена средства смешная, всего 14 рублей за упаковку, а применять его можно постоянно, без риска навредить локонам. Шампунь-активатор «Банька Агафьи» не содержит парабенов, лаурил, сульфата, натрия, только натуральные и полезные ингредиенты. Для стимуляции роста Wilson Hair and Body Therapy берестовый деготь с кайенским перцем из серии Wilson Hair and Body Therapy – возможность увеличить длину локонов, укрепить и восстановить природное сияние. Продукт создан на основе берестового дегтя и экстракта кайенского перца. Их действие направлено на улучшение кровотока, стимуляцию внутренних процессов в фолликулах, насыщение кожи головы кислородом и витаминами. С шампунем вы отрастите длинные волосы, вернете им здоровый блеск и предупредите выпадение. Стоит косметическое средство около 100 рублей за 350 рублей. Применение. Состав распределите на влажную шевелюру, помассируйте, выдержите 3-5 минут и смойте обильным количеством воды. Делаем перцовый шампунь сами. Для тех, кто не доверяет готовым шампуням, мы предлагаем приготовить средство самостоятельно. Это несложно, эффект не уступает дорогостоящим препаратам. Вам потребуется 0,5 литра живого пива, мыльная основа – 2 стакана. Листы бесцветных ней – 2 стакана л. Цветов ромашки – 2 стакана л. Листьев крапивы, можно сушеной – 2 стакана. Лист настойки красного перца – по 2 стаканам л. Репейного и касторового масла. Процесс приготовления домашнего шампуня простой, но важно соблюдать последовательность действий. Живое пиво смешайте в емкости с 1/4 стакана. Мыльной основой подогрейте на водяной бане или слабом огне. Добавьте травы и хну, хорошенько перемешайте и оставьте на плите, чтобы они распарились. Через 10 минут добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Чтобы средство лучше пенилось, добавьте в состав 120 грамм мыльной основы. Емкость снимите с огня или бани. Шампунь готов. Есть еще один, более простой способ приготовить домашний перцовый шампунь. Добавьте в обычный шампунь 1 час л. Настойки красного перца, меда и натуральных масел по желанию. Проблемы с волосами останутся в прошлом, если в вашей косметичке появится шампунь с красным перцем. Эффективность продукта проверена и доказана многими пользователями. Локоны становятся шелковистыми, густыми, переливаются природным блеском, и с каждым месяцем их длина увеличивается минимум на 4 сантиметра. Узнать больше о шампунях для роста волос вы можете благодаря следующим статьям. Преимущество шампуня «Активное мумиё для роста волос». Помогает ли шампунь «Лошадиная сила для роста волос»? Какого эффекта ожидать от «Алерана» для роста волос? Шампунь для роста волос. Шварцкопф, оправданы ли денежные траты? Справляется ли шампунь «Сибирское здоровье для роста волос» с поставленной задачей? Полезное видео, как ускорить рост волос. Перцовая настойка для роста волос.